Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Линсмит. Новый, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре кран. Можно даже назвать мультикран. Здесь много криптомонет. Биткоин, биткоин кэш, БНБ, дашкоин, догикоин, дикбут, лайткоин, солану, ТРЦ-20 и USDT. ERC-20. Вот еще какая-то. Здесь интериум и Фиора. Значит, без коротких ссылок, друзья. Вывод на Faucet Pay. Сбор один раз в час. Одна и та же монета. Например, я вот сегодня собрала Solana. Через час я могу опять собирать. И не прерывая, могу вот собирать, можно как будто эти все монеты на одну и ту же монету, только через час. Один раз 60 минут. Он платит. Все замечательно. Вот я сделала два сбора. Я собрала Zcash и Binance Coin. БНБ. 240 монет мне дала Zcash и 100 монет Сатох. БНБ. Значит, сейчас все покажу. Значит, ну давайте, что мы будем собирать. Ну, например, так. Ну, лайткоин. Можно вот здесь кликнуть, можно здесь кликнуть. Без разницы. Если сюда кликнуть, здесь этот, ну, биткоин. Ну, давайте биткоин. Можно так собрать. Значит, 2 сатоши дают. Кран дает. Вот немножко такая вот реклама, но коротких ссылок нет. Значит, я иду. Нужно взять адрес, привязанный к Faucet Pay. Так, ну что, депозит. Возьму с депозита. И копирую адрес. Возвращаюсь. Далее что делаю? Get started. Вот на синюю вкладочку. Сюда прописываю адрес с Faucet Pay. Далее логин на синюю вкладочку. Так, он не прошел. Секунду. Ничего страшного, сейчас страничка загрузится. Get start. Прописываю адрес. Логин. Все прошло. И вот 2 сатоши раз в 60 минут. Liquid claim. Нужно разгадать капчу. Так. Клейм. Сейчас загрузится. И разгадываем капчу. Так, поезд. И вот на синюю вкладочку claim bitcoin. И 2 сатоши мне дали. Далее что, друзья, делаем? Обязательно выводите, потому что если не выведете, то и начнете сразу собирать другую монету. Вот эти монеты, они сгорят. Вот сюда вывод. Меню вывода. Кликаем. И здесь показан адрес и баланс 2 сатохи. Опускаемся чуть ниже. Вывод на Faucet Pay. Кликаем. Опять разгадываем капчу.
Так, автобус. И кликаем на синюю вкладочку «Вывод». И все, две сатохи ушло на Faucet Pay. Переходим на Faucet Pay. Идем на домашнюю страничку. Сейчас загрузится. И вот Кэрон CO биткоин плюс 2 сатохи 5 мая. Далее. Через час я могу собирать еще раз эти сатохи. Но можно дальше продолжать собирать остальную криптовалюту. Так, ну, например, лайткоин. Zcash я собрала. Опять я иду сейчас по пыльникому. Вот здесь адрес. Так. Копирую адрес. Иду. Опять кликаю Get Started. Прописываю адрес. Кликаю логин. Триста шестьдесят лайткоин сатох должны дать. Клейм. Видите, да, что я не жду, а сразу сбор идет. Далее опять клейм. Сейчас страничка загрузится. Опять разгадываем капчу. Еще раз. Так, что у нас лодка? И опять на синюю вкладочку «Claim». И что у меня? 360 сатош лайткоин мне дали. Опять я кликаю вот сюда на вывод. И вот мой адрес, мои литохи, вот эти сатохи. Вывод. Страничка загружается. Разгадываем капчу. И опять на синюю вкладочку «Вывод». И все, 300 вот этих сатош лайткоин ушло на Faucet Pay. Идем на Faucet Pay, на домашнюю страничку. Опускаемся ниже. И вот, пожалуйста, CRNCO лайткоины. 360 лайткоинов 5 мая. Все, через час я могу делать опять сбор. И вот так именно одну и ту же монету через час. А так можно каждую монету собирать без... Все собрали, через час опять зашли. Так, реферальная ссылочка, друзья. Вот здесь юзер. Она появляется только после того, когда... Вы собрали монетки. Вот здесь реферал.
Кликаете. И находится ваша партнерская ссылочка для приглашения. Кому интересно, работайте, собирайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока!